друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! Сегодня у нас по плану укладка рулонного газона. Уже 11 часов утра. Машину с газоном я еду встречать, хотя водитель обещал приехать 8:30. Потребовал с меня водитель предоплату, это первый раз такое. Теперь я понял, почему я дал предоплату. Я водителя набирал утром в 8 часов утра еще спросить, где он и что, где мы встречаемся точно уже. Водитель не брал трубку. Потом спустя 40 минут он вышел на связь. Я по голосу водителя понял, что водителю предоплата пошла на пользу. Я думаю, дорогие подписчики, вы поняли, о чем я. И сейчас я еду встречать это чудо. Я хочу посмотреть на него. У человека просто нет, понимаете, совести. Вы понимаете, если договариваешься на одно время, привозишь на участок рабочих и просто сидишь, ждешь этого человека, который по непонятным причинам не приехал вовремя. Он сначала начал говорить, что у него колесо пробилось, потом вообще другое начал рассказывать, что он куда-то заезжал. Короче, еду его встречать. Дай бог, чтобы уже доехало это чудо. По-другому я назвать его не могу. Смотрим дальше, что будет у нас сегодня. Так, разгрузили мы газон, и очень быстро, я вам скажу. Потому что... Ну, спешили, мы рассчитывали раньше начать. Подвел нас водитель. Уже один поддон мы отвезли на участок, уже начали второй поддон. В поддоне 50 метров квадратных. Так, сюда мы завозим. И парни стелят уже, укладывают газон. У нас все идет по плану. Этот участок уже мы хорошенько залили водой, вплоть до болота. Еще будем проливать, будем ставить на ночь полив, на утро. Сейчас поливаем вот этот участок. На улице очень жарко, 30 градусов. Этот участок уже у нас готов. Смываем дорожки и работаем за домом. Сейчас я вам покажу. Без полива никак сейчас. Вот контроллер. Первая зона работает еще 14 минут. Можно выставить сколько вы захотите. А это, у меня тоже на работе был один чувак. Так он проработал как-то. По-моему, двое или трое. Что-то около 3 суток работал. Понял? И только потом посмотрел, он где-нибудь не заходит. Не, он мне сам рассказал. Сегодняшний рабочий день подошел к концу. Мы уже будем переодеваться и ехать по домам. День получился у нас плодотворный. Всю запланированную работу мы успешно сделали. Спасибо нашим ребятам за хороший труд и качественный труд. Самое главное — это качество, запомните.
И спасибо вам, дорогие подписчики, что нас смотрите, что пишете комментарии, лайки ставите. Подписывайтесь также на нашу страничку Instagram. Заходите на нашу страничку Facebook. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Лайкайте наши видео. Всем спасибо. Всем пока.